Состоялось очередное заседание Думы города Владивостока. Депутаты рассмотрели ряд актуальных для города вопросов. У нас основные вопросы – это связано с передачей из муниципальной собственности в федеральную собственность имущества. Очень важный вопрос. Продолжается формирование имущественного комплекса Владивостокской крепости. Эти объекты будут передаваться из муниципальной, как я уже сказал, федеральной собственности. На острове Елена батарея, форты будут передаваться, и с ними земельные участки. На заседании Дума города Владивостока утвердила перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Российской Федерации. В дальнейшем фортификационные сооружения планируется передать в ведение Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость». Также депутаты рассмотрели ряд документов, направленных на проведение действующих МПА в соответствии с вступившими в силу изменениями федерального законодательства. В целях оптимизации работы администрации города решением Думы Управление туризма и инвестиций городской среды наделено полномочиями по организации деятельности по содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.